Уже несколько лет в средней школе номер 13 работают классы педагогической направленности. Их особенность состоит в том, что в 10 и 11 классе у детей появляется факультативное занятие, на котором они изучают, а главное – пробуют себя в педагогической профессии. В дополнение к этому они на повышенном уровне изучают историю Беларуси и английский язык. Факультативные занятия помогают ребятам осознать, что же такое учительство и какими должны быть взаимоотношения между педагогом и ребенком. Мы обсуждаем вопросы педагогические, психологические. Дети проводят педагогические пробы, они у нас проводили и уроки. У нас очень интересно, каждый год 10 класс посвящаем вожатые, вот, для того, чтобы дети почувствовали, что они могут стать будущими педагогами. Не так давно в школе проходил педсовет на тему дистанционного обучения – это хорошо или плохо. Как выяснилось, однозначного ответа на этот вопрос у учителей нет. Конечно, есть свои плюсы и свои минусы, но больше на педагогическом совете мы обсуждали, коснулись именно, какие минусы у нас возникли при дистанционном образовании. Мы немножко оказались не готовы, нам приходилось выполнять двойной функционал, то есть мы должны были провести уроки и в кабинете с детьми, которые приходили в школу, и еще при этом должны были подготовить какой-то материал для детей, которые изучались дистанционно. В итоге, я думаю, что с определенным количеством времени мы все-таки найдем подходы к тому, что дистанционное образование будет являться у нас как одно из видов образования. Право выразить свое мнение было предоставлено учащимся педагогических классов. На днях состоялась сократовская беседа на тему плюсов и минусов дистанционного обучения. К сожалению, это актуальная тема сейчас. Ученики, участвовавшие в беседе, сами имели опыт дистанционного обучения в прошлом году, что позволило им сделать некоторые выводы на этот счет и поделиться ими во время дискуссии. Главная идея сократовской беседы заключается в том, чтобы дети, услышав как можно больше точек зрения, смогли сформировать свое мнение, свою точку зрения, так что же такое на самом деле дистанционное обучение. За ним будущее, и только оно будет. Или все-таки традиционная система образования должна остаться. Насколько хорошие умения и навыки получат дети при использовании дистанционного обучения. Проблем очень много. В процессе сократовской беседы педагогические классы были разделены на две группы. Одна сторона искала и выдвигала аргументы за дистанционное обучение, а другая против него. В развитых странах у более чем 80% населения есть свободный доступ в интернет. Представители молодежи сейчас запросто могут посещать различные социальные сети или другие какие-то порталы. В общем-то, дистанционное обучение – это уже удобно. Конечно, вставать рано нужно, но мне не надо садиться на автобус, ехать каждый день в школу. Не надо ждать его. Я просто встаю, нам дают задания, и мы сразу их делаем. На переменах можно заниматься домашними делами, там, допустим, той же уборкой или приготовить себе обед, завтрак. Свобода, можно так сказать, и домашняя обстановка. То, что она одновременно и помогает, но одновременно и может пагубно сказаться на твоей успеваемости из-за того, что ты чувствуешь себя свободным, и из-за этого меньше хочется учиться. Дистанционное обучение – это плохо, потому что это трудно как и для учителей, так и для учеников, так как для некоторых учителей работа с компьютерами – это как бы не в новинку. Вот. А у детей накапливается много долгов, которые вот один день не сделал, потом все. Как бы у тебя завалы начинаются. Также учителей, они могут сидеть допоздна и проверять работу. Не контактирование с детьми, например, если в школе можно как-то пообщаться, не знаю, позаниматься общими делами там, или с учителями так же самое поговорить, то в дистанционном обучении ты просто приходишь на урок, идет урок, и вы заканчиваете конференцию, то есть все. Нет таких школьных будней, которые обычно как бы скрашивают эту школу. От ребят не раз звучали аргументы на тему того, что все же не всем профессиям можно обучаться дистанционно. Например, никто не хотел бы лечиться у врача, который обучался этой сложной профессии самостоятельно, заочно и без практики. К одному конкретному выводу ученики 13-й школы так и не пришли, ведь в процессе дискуссии выяснилось, что наряду с положительными моментами такого вида обучения обязательно стоят и отрицательные. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.